Лера Кудрявцева откровенна с поклонниками в своем личном блоге и часто делится с ними историями из своей жизни. Телеведущая рассказала случай из детства, который она запомнила надолго. По словам Кудрявцевой, она очень мало кушала, и это злило воспитательниц в детском саду. Однажды мама звезды пришла ее забирать и обнаружила на волосах наследницы борщ. Кудрявцева рассказала, что одна из воспитательниц рассердилась на нее из-за того, что ей не хотелось есть, и вылила на нее тарелку борща. Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому что я стискивала зубы. Это было в СССР, и я вот с ужасом представляю, если бы это случилось в наше время, рассказывает телезвезда. Ранее в своем личном блоге ведущая поделилась серией очаровательных видеороликов с наследницей и показала, как дочь стирает варежки в раковине. Все, постирала? Да, Маша, постирала? Угу.